Благодарю вас, дорогие братья и сестры, за нашу совместную молитву. Как и всегда, мы поблагодарили Господа за все его великие и богатые милости. И хотел бы напомнить вам, что в минувшее воскресенье мы читали Евангелие с повествованием о том, как Господь Иисус Христос исцелил отрока, который не могли исцелить его ученики. И Господь сказал им, что не хватило в них веры. Казалось бы, ученики видели, созерцали Господа, дивились его чудесам, и Господь дал им силу для того, чтобы совершать изгнание лукавых духов. Тем не менее, их вера была недостаточна, и поэтому не смогли они исцелить отрока. Вот так и мы уповаем на Господа, причащаемся святых христовых тайн, но тем не менее нам всегда не хватает Божьего благословения, Божьей помощи, поэтому не будем возноситься, понимая, что все, что у нас есть лучшего, это все от Господа. Мы же с вами должны благодарить Его за этот великий дар. Спасибо всех Христов! Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель души истины, живи здесь и вся исполняй, сокровища благих, жизни подателю, приди и вселись вны, и очисти над всякие скверны, и спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, век веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, мир Твоим ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и веки веков. Аминь. Отче наш же, и Сын на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Освящи меня, спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господи, Отце нашем, святейшем, патриархе Кирилле, Господи, Отце нашем, блаженнейшем, митрополите Ануфрия, Господи нашем, Высокопреосвященнейшем митрополите Агафангеле, честнем пресвитере всех Христе диаконсе, всем притчи люди Господу, помолимся. Господи, о Еже милостивый, благодарим мольбу нас недостойных рабов своих, пренебесный свой жертвенник приятие, и благоутробно помиловать нас Господу, помолимся. Господи, о Еже не слушайся, благодарим нас непотребных рабов своих, еже о приятных и благодеяниях во смиренном сердце приносим, но и как одело благовонное, все сожжение тучное, благоприятному да будет Господу, помолимся. Господи, о Еже не послушай, глаз молей нас недостойных рабов своих, о доброе намерение и желание верное свое благое стать исполните, и всегда качает благодетельным и церковь своей святей, и всякого верному своему рабу прошение даровать Господу, помолимся. Господи, о, еже избавит церковь святую свою рабу своих, Юрия, Любовь, Ирины, Екатерины, Юрия, Игоря, Наталья, Всеволода, Александра, Анастасия, Владимира, Владимира, Алексея, Анны, Марина, Алевтина, Валентина, Артура, Геннадия, Николая, Сергия, Сергия, Людмила, Сергия, Оксаны, Ольги, Сергия, Павла, Татьяна, Анатолия, Татьяны, Сергия, Галина, Владимира, Юлии, Лидии, Вячеслава, Вячеслава, Сергия, Ильи, Татьяна, Татьяна, Ирина, Маргарита, Анастасия, Татьяна, Светлана, Лариса, Виктория, Ирина, Сергия, Андрея, Архимандрита, Липи, Романаха, Макария, Романаха, Анафана, Романаха, Матфея, Диакон, Антония, Протерей Игоря, Протерей Андрея, Протерей Андрея, Протерей Сергия, Протерей Артемия, Протерей Всеволода, Протерей Михаила, Ирия Иоанна, Ирия Василия, Ирия Александра, Ирия Николая, Ирия Алексея, Ирия Александра, Ирия Андрея,
Ирия, Алексей, Ирия, Антония, Антония, сосрудники, Валерия, сосрудники, Александр, сосрудники, Алексея, Дмитрия, Сергия, Александра, Анатолия, Евгения, Надежда, Ангелина, Наталья, Татьяна, Татьяна, Анастасия, Павла, Светлана, Светлана, Иоанна, Сергия, Светлана, Виктория, Наталья, Марина, и всех благотворителей, сподвижников православной социальной сети и лица, и благотворительного фонда и лица, и всех нас, а всякие скорби, беды, гневы и нужды от всех врагов, видимых и невидимых, здравия уж долгодетельства, мира ангел с ополчением, верность оградите Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычу нашу Богородицу, пресвятую Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Благодарны сущим достойны рабе Твои, Господи, о Твоих великих благо для нас бывших, славящи Тебя, хвалим, благословим, благодарим, повеличаем Твое благоутробие, и рабски любовь опьем Тебя, благодарим Тебя, спать наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Твоих благодетельных даров, Твои некоробей, непотребные, исподобающие, Владыка, к Тебе усердно притекающие, благодарение по силе приносим, и Тебя, как благодетель Творца, славящий, выпьем, славы Тебе, Боже, прещедрый, и ныне, и присно, веки веков, аминь. Богородица, христианам, помочь, Своего Писа, стяжавши раби Твои, благодарны Тебе, выпьем, радуйся, пречистой Богородица Дева, и от всех нас бед Твоим молитвами стай избави, едино скоре предстательствующая я. Премудрость к Ефесеям, послание стага апостола Павла чтение вон мем. Братья, кача до света, ходите, плод бы духовный, со всякой благостыни, правде истине, искушающий, что из благодно Богови, и не приобщайтесь к делом неплодным, и паче же обличайте, бываемое от них срамности глаголите, вся же обличаемая от света является, все бы являемый свет есть, Сего ради глаголит, восстань, спя, воскресни от мертвых, освятите Христос. Блюдите оба, как опасны, ходите, яко же не мудрые, но яко же премудрые, искупующие время, яко дни лукавы суть. Сего ради не бывать несмысленно, разумевающий, что есть воля Божия, и не пивайте с вами жизнь, будь на паче исполненности духом, глагольщие в псалмах и пениях и песнях духовных, воспевающие и поющие в сердцах ваших Господеве, благодарящий всегда всех, а имени Господа нашего Иисуса Христа, Богу Отцу, повинуясь друг другу в страсти Божией. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость просим, услышим святаго Евангелия, мир всем. От Луки, святаго Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, он мне. Во время он, уходящий Иисусу, в некую весть, средоши в 10 прокаженных мужей же старше издалеча, и те вознесоши глаз глаголюще, Иисусе наставничи, помилуйны, и, видя причаем шедше, покажись священником, и быть идущим очистившися, и лишь от них, видев якое сле, возвратися согласным, велим славе Бога, и подениц при ногу Его, хвалу воздая, и тобе самарянин, отвещевав же Иисус речение, 10 ли очистишь, да 9 где, как они, бретошися, возвращают, дать и славу Богу, токмо на племенник сей, и речем восстав иди, вера Твоя спасе тебя. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Тебе, Бога, хвалим Тебя, Господи, исповедуем Тебе привечного Отца, вся земля величает, Тебе все ангелы, Тебе беса и все силы, Тебе херувимы и серафимы непрестанными глазами взывают, свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества, слава Твоя. Тебе преславное апостольское лети апостольское хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенной исповедует святая церковь, Отца непостижим величества, поклоняй Твой истинного верного Сына Святаго Утешителя Духа, Ты, Царю славы Христе, Отца Пресносущий, Сын Еси, Ты к избавлению приемлет человека, не услышался из девического чрева. Ты отолев смерти, жал отверзлись и верующим в Царство Небесное. Ты одесную Бога сидишь во славе, Отче и Судья, прийти веришься.
Тебе упросим помоти рабом Твоим, иже честную кровью откупил Еси, сподобие со святыми Твоими вечно славе Твое царство те. Спаси, люди Твои, Господи, благослови достояние Твое, исправи и вознеси их вовеки. Во вся дни благословим Тебя, восхвалим имя от век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха, сохранитеся нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Буди милость Твоя, Господи, нас я кажу повахом на Тя. На Тя, Господи, повахом, да не постыдимся веки. Аминь. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейший Херувим и славнейший, без сомнений Серафим, без ослиния Богослужащий, сущий Богородице, величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвен, пречистый своей Матери всех святых, но это спаси от нас, всякого блага, человека любец. Аминь.